скорее! Сюда! Скорей! Надо уходить отсюда! Эй, сюда! Может, объясните, в чем дело? Кто эти люди и как в этом оказался замешан Чарли? Он работал вместе с нами. Работал? Он что, погиб? Нет. Он и Хлоя. И Хлоя тоже? Да, но оба выбыли. Чарли сломал ногу. Сломал ногу? Повезло, что не шею. Летел с такой высоты. Он поправится. Выбор был прыгнуть или сгореть. Я его понимаю. Помолчи, а? Ладно, скажи хотя бы, что вы тут ищете? Это. Иди сюда. Салли, посмотри. Вроде никого. Что тут у нас? Мы наткнулись прямо на тайный ход. О, умница, девочка. Так, нужно кое-какое оборудование. Тогда обратись к торговцу коврами. Я про пушки, оружие. Он не только коврами торгует. А, вот что. Эй, ты там поосторожней. Ладно. Нейт, почему нельзя было сразу сказать на чистоту? Этих людей интересует не история, и вас тоже. А все из-за этой Марлоу, да? Да. Но вот, посмотри. Я все же нашел его. Как я и говорил, диск привел нас сюда, а потом вот сюда. Вот к этой дыре. Это же так интересно. Ну, признай, тебе это нравится не меньше, чем мне. Нет. Теперь уже нет. Серьезно? Ха. Ну что ж, тогда ты можешь просто уйти. А, я? Мне уйти? Ха-ха. Смешно. Дробовики? А что такое? А, было всего два. Здорово. Ладно, помогите открыть. Давай. Готовы? Темно и мокро. Да, здорово. Чего? Ну, все как всегда. Полезли? Ребята, тайный ход куда? А что там? Скоро узнаем. Это не ответ. А ты чего ожидала? Порядок! Спускайтесь! Про
просто резервуар для воды. Ты не ошибся? Да нет, вроде бы. И что сэр Фрэнсис здесь забыл, интересно? Он выполнял тайное поручение Елизаветы. Искал древний город Убар. Да, Атлантиду песков. Здесь? Под этим городом? Нет, нет, это где-то в пустыне Рубель-Хали. Здесь подсказка, где искать. Должна быть. Ага. А знакомо выглядит. Погоди, на обороте карты Дрейка нарисованы те же знаки. Вот, посмотри, это те же колонны. Значит, Дрейк сделал эти пометки, когда был здесь. Там сказано, где вход. Думаю, я смогу расшифровать. Отверстия для чего-то нужны. Надо просто найти нужный рычаг. И как это сделать? Здесь полно таких отверстий. Должна же быть подсказка. Мы что-то упустили из виду. Эй, Нейт, тут на стене что-то написано. Енохианский язык. Послание от Дрейка? Расшифруешь? Попробую. Луна укажет путь. Луна? Здесь? Ха, не буду я тут до вечера торчать. Я думаю, это загадка. Я помечу на карте. Будешь черкать прямо на карте Фрэнсиса Дрейка? А что? Ему уже все равно. Тут на полу вырезан символ. И если встать здесь... Точно! Салли, иди к той колонне! Елена, ты к тому, у дальней стены. Я тут встану. Так, теперь нащупайте там рычаг. Вот как? Надо потянуть за них одновременно. А вдруг ты ошибся? Мне дорога рука, я ею часто пользуюсь. Ну, давай. Тут внутри какой-то рычаг. Раз, два, три. Точно нужный рычаг. Тихо. Я же говорил. Чтоб мне провалиться. Да, удивительно. Но почему это веками хранилось в тайне? А что Дрейк должен был найти? Мы точно не знаем. Сокровище? Что же еще? Богатство исчезнувшей цивилизации. И, конечно, все запутано. Угадала. А те придурки в черных костюмах, они, видимо, ищут то же самое. Да, это люди Марлоу. Thank you.
сама выбирай. Странно. Что это за символы? Первый раз такое вижу. Не знаю. Похоже на какой-то механизм. Но кто-то раскидал шестерни по комнате. Думаешь, сэр Фрэнсис? Кто знает. Надо понять, в чем тут фокус. Боюсь, иначе отсюда не выбраться. Эй, вон там наверху лежит еще шестерня. Как это тут оказалось? Должен быть обходной путь. За этой штукой я вижу картинки. Что видишь? Так, один похож на крест, а на другом четыре круга. Такой символ есть на шестернях. Ха. Символы вращаются в противоположные стороны. Так, и что же это означает?
Ха. Символы вращаются в противоположные стороны. Yeah.